Буквенное оформление слов – это всего лишь буквенное оформление слов, не несущее в себе ни капли смысла. Я хочу научиться говорить при помощи света. При помощи света. Я знаю, что смерти нет. Смерть – это слово, созданное человеком, ничего не определяющее, как и слово «война». Я не чувствую в себе крови. Во мне течет чистая энергия. Во мне нет боли и страха. Во мне нет разрушения. Нет разрушения, только взаимодействие. Во мне нет Бога. Бог – это слово. Я отказываюсь от слов, приобретая новый смысл вещей, которые они скрывали, который еще никем не познан. Я отказываюсь от лица, потому что лица никогда не было. Отказываюсь от личности, потому что личности тоже нет. Я отказываюсь быть человеком, от пустых ненужных вещей. Я отказываюсь от слов. Я хочу научиться говорить при помощи света. При помощи света. Буквенное оформление слов – это всего лишь буквенное оформление слов. Я несущий в себе нетронный смысл. Я хочу научиться говорить при помощи света. При помощи света. Я знаю, что смерти нет. Смерть – это слово, созданное человеком. Ничего не определяющее. И слово «война». Я не чувствую в себе крови. Во мне течет чистая энергия. Во мне нет боли и страха. Во мне
Thank you.